Babyn Yar, Symphony No. 13 Дмитра Шостаковича у виконанні німецького симфонічного оркестру та хору. Диригент Томас Сандерлінг. Шановні пані та панове, наполегливе прохання утриматися від оплесків та вигуків упродовж церемонії. Бешенство, мо
Частаче чи руки нечисті твої, ти сей ім'єнням братца. Антисемити нарекли себя свою русскую. Мне кажется, я это Анна Франк. Прозрачная, так видят, как в апреле. Я люблю, и мне надо фраз, но надо, чтоб друг друга и смотрели. Как мало можно видеть обманья, нельзя нам листья видеть. За нам ева, но ношта очень много, и то нежно. Друг друга в комнатной комнате обнял. Сюда идут. Не бойся, это гули самой
весни, она сюда идет, иди ко мне, дай мне скорее бегу. Это ледоход.
крови не скрови моей. О, ненавище, сломай заскай руслай. Я спем антисемитам по евреи и потому я
sarà rosi, dudacchi, poi nazionali, scasson svanta cricciai, ja dudacchi, ja dudacchi, ja dudacchi, di liha costanza, ja. Und Buße, Selig, Schäfer,
наша честь и суд, и бетон на Риме синий, и пахали, и пахали, thank you.
scelti. Oh.
per diri passi risa prende in era zungen Galilei zungen Galilei zungen zungen Galilei. No, как показы ваде брейма, то не разумнен тот умней. То не разумнен тот умней, то не разумнен тот умней. У чорни сверти Галилея, би Галилея не вступея. Би Галилея не вступея. Он знает, что вертится земля, у него была семья. Но у него была семья, но у него была семья. И он чадя стеной гореты, верчит предятей за стадо. И так отдела не гореты. А вместо деньги и деньги. Вместо деньги и деньги. За знаї блазнети, що Галілея ринари і стає великий мон. За великий мон. Отита. Я понимаю гарєві. Зачем ты грязью покрывали колонны?
Німецький симфонічний оркестр Берліна. Чоловічий склад камерного хору «Київ». Капела імені Левка Ревуцького. Диригент Томас Зандерлінг. Соліст Альберт Домен. На кожному з екранів транслюються імена загиблих у Бабиному Яру. Тільки за останній рік було встановлено імена понад 5 тисяч жертв трагедії.